подписчики и гости моего канала. Рада вас приветствовать. Сегодня я вам расскажу и покажу, что я делаю и как упаковываю орхидеи на период моего отпуска. Нас дома не будет, и орхидеи надо сохранить. Я это делаю из года в год. Такой способ мне очень нравится, так как сохраняет влажность, и можно, в принципе, 2 недели не подходить к орхидеям. Итак, для начала я, как обычно, я поливаю погружением орхидейку. Погружаю минут на 2-3 ведро, ну, можно 5, если у вас время есть, и есть и небольшое количество орхидей, чтобы кора больше и лучше напиталась. Дальше вставлю также в кашпо и таким образом выглядит орхидейка, которая будет переждать его возвращение. Значит, кора вся напитана, сам горшочек вставлен в кашпо, в который они у меня стоят, и упакован вот так в пакет. Слишком плотно я пакет не завязываю вот вокруг шейки, так как все равно нужна циркуляция воздуха для того, чтобы совсем уж не загнили корни. Но по моему опыту, как я уже говорила, я каждый раз так делаю, и по приезду орхидейки отлично себя чувствуют. То есть все в порядке, на неделю им влаги хватает, кора не мокрая, она полита, и всю воду я обязательно сливаю. То есть кора остается влажной, пусть мокрой, но остаточки сольются в кашпо, но вся орхидейка стоять будет не в воде, а просто во влажном субстрате. Этим я способствую меньшему испарению влаги субстрата. И мои орхидеи уже из года в год вот так переждают мое возвращение. Даже когда я приезжаю через 2 недели, субстрат влажный, то есть им абсолютно хватает, и можно даже, так сказать, и не смотреть. Она не высохнет точно. Сейчас я видео приостановлю и уже закончу его после приезда. Ждем продолжения. Ну что, дорогие друзья, вернулась я с отпуска. Уезжали мы 8 июля. Сегодня 26 июля. Сегодня прям буквально час назад приехали. Давай скорее снимать видео для вас. Ну вот, вы все видите. Также стоят горшочки в пакетах, и их никто в отпуске нашем не поливал. То есть, как я их полила до уезда в этот день. Все поместила в пакет. И вот так. В общем, получается, что мой Льюис отцвел практически. Засушил один цветоносик, скинул цветочки. Но нам это не важно. Нам важно то, что у нас сейчас в горшочке, а именно состояние корневой системы. Кстати, с ним в микетом вместе находился кот. Кот абсолютно себя отлично чувствует. Раскрыл еще один цветочек, дорастил бутончик. В общем, все отлично. Давайте посмотрим на корни. Вот смотрите, считай, 2 с лишним недели, 2,5 недели меня не было. Мох влажный весь. И вот корни. Они влажноватые, но не мокрые. Плохо отсвечивает. Ну, в общем, вот смотрите. Гнилых корней нету, есть только отличные зеленые корешочки. С другой стороны что-то выросло.
тоже вот корешочки. Они не мокрые, они просто влажные, светло-зеленые. Вот. Немного было на дне воды, видимо, как стекла. Я не убираю. Она немного подпитывала весь субстрат. А сейчас я ее вытащу. И посмотрим на кота. Кот то же самое. Также я поливала его. Абсолютно все то же самое делала. И у него все прекрасно. Корни не серые, они влажноватые. Такие зелененькие. В общем, все прекрасно. Итак, дорогие мои, делаю выводы. Что орхидейки можно оставлять и на 2, и на 3 недели без хозяев. А именно помещать весь горшочек в пакет. Он сохраняет влагу, и орхидейка не страдает. Что касается горшочков с фитильным поливом, в принципе, то же самое, но только мы приличное количество воды доливаем в кашпо, на то у нас фитильный полив, чтобы фитилечек втягивал влагу снизу кашпо. И вот так. Тоже субстрат весь влажный, мох влажноватый. Сейчас посмотрим корни. А корни у нас вот такие, шикарные. Все отлично. Субстрат весь влажный, но не мокрый. Наверное, на дне вода. Так что, дорогие мои, смело оставляйте своих орхидеек дома. Можно даже никого не просить поливать их. Поместили в пакет, завязали под шейку, но не соприкасаясь с шейкой. И все прекрасно. 2-3 недели ваши растения ждут вас. Рекомендую вам таким образом содержать орхидейки в ваше отсутствие. Сами видите, прекрасно себя чувствует. Прекрасное состояние корневой системы. Ну все, дорогие мои, обзорчик я сделала, отдохнула. Орхидейки мои цветут. Но, кстати, говорят, что кот пахнет, у меня не пахнет. Все, кто едет в отпуск, берите на заметку. Это очень хороший действенный способ сохранить ваши цветочки, а именно орхидеи. Да, кстати, я и не только орхидейки так упаковываю в пакеты, но и другие цветы. И они потрясающе сохраняются. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!